Всем, блядь, спину села, сука, еще все спят дома, да я не помню. Как оказывается, Поляныч еще умеет записывать видео, особенно новые пупчики, поэтому... По запросу моего друга, возможно, Фестер может, кто его знает, ему каналчик забаня сегодня готовится к выручим часть вторая, значит... Если у вас есть, так сказать, вот такие две тарелки, там есть вот это. Это означает то, что надо... Сука, спина. Это означает, что надо встать, доползти до холодильника. Ёбать, да тут же радует, сколько хочешь, блядь. Ну, нам нужно вот это вот, сладкие сосиски. Да, именно сосиски. Именно сосиски. Значит, что нам из этого надо? Нужен нож, а дальше просто... Ладно, садимся. Блять, а чё они маленькие? Ну ладно, им лет 20, ничего страшного, значит. Это пизда. А чё у нас тут в итоге? Один блин! А, блять, чё, так можно было, что ли? Идил. Продукты из магазина, блять. Берем нахуй, вот так, ставим, и самый важный момент, нужно упереться вот так вот, и смотрите фокус. Еще нахуй, пойдет. Готово. Блять, я ебал, как она воняет. Так, сосиска в тесте, блять. Точнее, в блине, блять. Короче, план такой. Блин, не смылся. Всех 7 января.